Машину скорой помощи от Тюменской области отправят на СВО. Она полностью начинена оборудованием для реанимационных действий для поддержания сердечно-легочной деятельности. Подобная помощь будет оказана впервые и доставят ее в ближайшее время. Она приступит как раз к выполнению своих, скажем так, обязанностей. Она помогала пациентам здесь длительное время, в Тюменской области, и подготовлена к передаче департаментом здравоохранения Тюменской области. Он откликнулся на эту просьбу, на обращение командира подразделения, и плюс доукомплектована медицинскими препаратами и оборудованием, которое также поможет врачам, военным врачам выполнять свои обязанности.